Природой парка 905 года теперь можно наслаждаться и поздним вечером. Центральная аллея освещена. Старые столбы демонтировали, установили новые. Благодаря использованию энергосберегающих светодиодных светильников не пострадает бюджет парка. Кроме того, за уходящее лето выборочно отремонтировали асфальт, купили новый аттракцион, вырубили старые деревья. Администрация обещает, что зимой парк приятно удивит всех любителей активного отдыха. Здесь будет проложена лыжня, которой можно будет пользоваться, в том числе и в вечернее время, и, соответственно, да и в летнее время, собственно говоря, для велосипедистов, просто для отдыхающих, совершенно иные условия организации отдыха в этом парке.